Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Драконы в Всадники Олуха. Шестой день, и мы... Беззубик. Молодец, наконец-то, ребята. Сколько нам потребовалось? 6 раз, по-моему, его отправлять на одно и то же задание, чтобы он нам один раз всего лишь принес нужную вещь. А теперь я, знаешь, что хочу попробовать? Я хочу сделать... Вот мы отправляем его сюда. Я хочу отправить сюда. А что нужно для того, чтобы остров Бронекрыла открыть? Наверное, нужно ему уровень поднимать, скорее всего. Наверное, так. Ну, я в этом точно, ребят, не уверен. Поэтому не буду вам доказывать 300 миллионов дерева. Слушай, нормально. Так, Йохан, предатель ты, чертов. Так, здесь нам ничего не надо. Так, древесина. Так, давай. Отправляем его. Пускай он там собирает, что хочет. Ну что, сарделька, сборы. Лети, бесплатно. Здесь обучить Ципу. Бесплатно. Пускай обучает Ципу. А расскажи остальным. Не знаю о чем, но о чем ты будешь рассказывать. И здесь, ну здесь тусклый янтарь. Тут, ребята, либо тусклый янтарь, либо древесина, одна из двух. И выпадают шестеренки. Да. Немножко я опростоволосился. Чуть-чуть буквально. Так, ну что, давай посмотрим здесь. Мы можем с тобой блестящий янтарь одну штуку установить. Громилет прокачивается. Этих мы, само собой, отправляем дальше на поиски. По поводу, друзья мои, вы часто пишете там в комментариях: попробовать поиграть Драконы Олуха у Прессинг, ребята. Ну, я вам скажу одно. Выпускал я как-то по этой игре серии, и мне пришлось там весь звук удалять, потому что авторские права, ребят. А без звука в нее играть неинтересно, потому что, ну, там сплошная тишина будет. Поэтому я решил ее как бы и не снимать. Только в этом вся причина. Так, ну что, тут у нас получится что-нибудь или нет? Как там получится? Ну, благо то, что он хотя бы прокачивается довольно быстро. Лети, тренируйся. Так, да будьте 262 миллиона рыбы. Ну что, прокачаем его чуть-чуть. И отправим на тренировку. Сколько? 1650. Офигеть. Офигеть. У меня других слов нет, друзья, на это. 1650 железа он требует для повышения его на уровень. Кстати, сколько нам нужно здесь? 4500 рун, чтобы открыть следующий несчастный этот островок. Новая способность у Алой Плети. О, это у нас дрожжи зуб. А я что-то на Алую Плеть смотрю. Вот парень, 231 миллион древесины. Я представляю себе его дальше качать. А вот, наверное, нам надо, друзья мои, дальше его качать, по идее-то. Он очень бы нам... хорошо бы пригодился бы в дальнейшем. Дают такие фуфловые награды, а? Ты посмотри. Ух ты, вот такого яйца не было у меня, ребят. Хм. Такого яйца, которое там выпало в награду. Так, новая способность. Это кто? Ты у нас, да? Давай. Ах ты, не хочет, не хватает. Так, зеленая смерть дает нам чешуйку плюс. Тусклый янтарь. Здесь руны. Опять же тусклый янтарь. Тут обязательно, ребята, какая-то награда и тусклый янтарь будет. Тут всегда так происходит. Награда и тусклый янтарь. Так, где мои эти ребятушки? Вот они. Тю-тю-тю-тю. Покормить. Офигеть, 245 миллионов он просит.
245 миллионов рыбы он просит для того, чтобы ему не то что уровень прокачать, а чтобы одно деление только от этого уровня вкачать. Очень дорогие ребята, очень дорогие. Он там, видишь, дровишки рубит. Викинг. А шлем? А компот? Так, давай здесь заберем наши награды. Так, одну штуку мы с тобой уже получим. И тут практически половину прокачаем. Событие там, интересно, у нас открылось или нет? Ну-ка, что нам тут? Загадочный пак. Получить. Так, мы с тобой накопили 100 монетодина. А 100 монетодина это говорит нам об одном, что мы с тобой покупаем пак. Я знаю, ребята, паки бывают фуфловые, ну. Даже не то, что бывает, а в основном нам подкидывают бред из этих паков, который нам не нужен. Так, Громель, Крылатый Ужас, Водорез. Так, сейчас. Эти паки у нас находятся с ресурсами. Вот здесь, по-моему, да? Ой. Подожди, не туда кликнул. Вот это, что ли? Ресурсы из... Кстати, изваяние. Давай-ка глянем. Насколько? 105. Вот надо, блин, что брать. Изваяние общего сбора. Ну, 8500 рун, ну, это, конечно. Конечно, жестко. Изваяние дрессировщика титанов. Это что у нас там дает? Обучение... Ага, речевалка быстрее и за меньшую цену. Быстрее и за меньшую... И столько этих статуй идет. Ну, ты посмотри, а. Судноглоты, стражи. Ну, я не знаю, взять, может быть. Вот здесь и поставим. Все, пускай. Мы выводим детенышей в два... Тьфу ты. Я не это собирался, ребята, если честно. Я думал, что будут быстрее прокачиваться драконы. Меня обманули. Подлог. Подлог, ребят, какой-то был. 2205 корней. Драконьих коряк этих, точнее. Ну что, смотрим события. Ох, ё-моё. Захват захватчиков. Захват захватчиков. Два дня, а событие большое. Так. Да подожди ты. Раз, два, три, четыре. 5. Блин, сбился. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За два дня можно пройти. Но сегодня ладно, сегодня выходной, а завтра-то у меня рабочая смена, блин. Как я пройду-то их? Если перед работой только попытаться. Я, кстати, даже не посмотрел, какие там награды, если честно. Ладно, после поединка можно, в принципе, глянуть. Блин, мне так хотелось бы, ребята, поиграть другими драконами. Но вы понимаете, что мы тогда пробовали с тобой взять других драконов. А они уровень, ребята, слабые. Они не дотягивают, они проигрывают. Мы сливаемся больше, чем выигрываем. Поэтому это знаешь, где можно попробовать? На арене. Вот там можно будет, да, попробовать поиграть разносортными. Только не забудь потом поменять. Ну что, добиваем его? Престиголового. Ну, давай глянем, что нам тут достанется. А нам достается древесина. Причем так мало. 50 рун, вот это хорошо. Так, я хотел глянуть, что здесь за награда последняя-то у нас будет. Пак. Ладно. Так, ребята, мы с вами не сделали этот. Ресурсы, карты. Вот, карты мне нужны. Подожди, или не карты? Нет, не карты. Ни звоняния, ни викинги, кстати, найти. Что там нам нужно?
Что-то вы мне тут заливаете опять. Три короба. Ветряная мельница. Найти. Вот она, ёлка-макарёк. 5000. 5000 железа. Да вы ты совсем, что ли, брякнулись. 5000 железа, ребят. Древесина, рыба, руны. Да подожди, значит не это, значит все-таки паки надо, друзья мои. Да где же этот пак-то, где мы с тобой берем эти? Или это на обмене у нас? Вознесение, оборона, обмен. Фу ты, блин. Не то. Образы. Образы, образы. Вот про этот образ на сардельку. Ну-ка. 3000 рун. Вот этот, что ли, вы говорили? Увеличит награды в приключениях. Или же сокращает время приключений. Время сбора. Время сбора не 6 часов, а 12 часов будет собирать. И не так уж много, кстати, здесь кого можно. Увеличить награду в приключениях. Ну ладно, мы сейчас с тобой не этим занимаемся. Нам нужно не вознесение, не... Так, путешествие требуется. Отправьте Беззубика Викинга на поиски новых драконов. Так, легендарно требуется зал совета. Выпустить легендарного дракона, чтобы открыть новые острова и таскать нектарию уникальные предметы. Это все не то. Ну, по идее, вот. Вот он, ё-моё. Ну что, ребята, вот набор сокровища нам нужно. Попробуем купить. Фигня, 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 ребят. Абсолютно не выпало то, что мне нужно было. До 119 уровня, может, прокачать его, ребят. Да ладно, ага, прокачаешь. Не дали. Ладно, продолжаем, друзья мои, бомбить события. Два поединка, потом загадочный пак получим. Мне тогда говорил кто-то, я помню: Рэй, бери, покупай вот эти вот паки загадочные. Ну, которые я сейчас только что взял. Типа там очень большой шанс выпадения тех самых ресурсов, которые ты ищешь. Ну вот, ребята, я который уже раз открываю, второй, по-моему, или третий, и я не вижу никаких ресурсов, которые мне нужны. Выпадают какие-то там черепащи, панцири, они мне нафиг не нужны. Вы видели, что мне нужно, но этого нету здесь. Или там очень, опять же, маленький шанс это получить. Ладно, сейчас мы завалим этого и перейдем с тобой на третий поединок. Давай, до свидания. Ну, давай посмотрим, что достанется нам здесь. Плод мудрости. Спасибо, хоть где-то мы с тобой будем зарабатывать затраты.
Мы в той серии вспомни-ка, сколько потратили и плод мудрости. Вообще дофигища. Поэтому нужно нам восстанавливать. Так, ну что, шепот смерти? Это у нас, друзья, шепот смерти. Разобрались. Так, тут уже двое противников. Начну с этого. С шустрого. А закончим хитрым. Так, понизил мне броню. Но броня это не атака, поэтому сейчас через массовую. И добить остается только лишь древесина. Угу, 750, то есть древесина у нас по фулке. И забираем загадочный пак. Так, ну что у нас тут получится? Мы доберемся до тусклого янтаря. То есть раз, два и тусклый янтарь. 1000. Мне нравится это событие тем, что здесь очень мало драконов дают. А, 3 волны. Тогда не нравится. Я думал, что по 2 волны будет. Но видишь, как бы не так. Как бы не так, парнишка, да? Говорят они мне. Что у нас там? Престиголовый плюс ужасное чудовище. Попробую сейчас раскатать чудовище. Промахнулся. Так тебе и надо. На, вспышку. Только не огонь. Конечно. Всегда своим огоньком плющит. Так, и последняя волна. Но тут, естественно, ребят, кревета надо шпилить в первую очередь. Потом уже штормореза добьем. Но почему у нас не было костюма на штормореза, друзья? Кто-нибудь не скажет? Вот было на все. На барсика, по-моему, было, да? Было на кривоклыка, а вот на штормореза не было. Ну, рыба. Самый мизер дали. Ну что, мини-босс. И это наш последний поединок на сегодня. На событии. Сколько волн? 3 волны? 3 волны, как всегда. В первой волне уже, ребят, дают 2 драконов. Зачем я сюда начал бомбить, если это страж? Вон этого надо бомбить. Рэй, опять тупишь. Опять ты тупишь. Добьешь? Не хватило ему силенок. Никаких усилений, парень. Разогнался уже там. Давай, наверное, так сделаю все-таки. Блин, тут надо, ребята, быть аккуратнее, потому что это только первая волна. Он сейчас фаербол может всыпать. Вот об этом я и говорил. Всыпал мне фаербол. Твою налево, еще и живаго здесь. Да-да, ребят, он пережевывает, перемалывает. И, кстати, знаешь, что я еще заметил? Что как бы ты ни крутил, как бы ты ни делал, уровень противника подставляется под самого сильного, который у тебя есть в игре. То есть даже если поставлю, например, 13 или 10 уровень, это ровным счетом ничего не поменяет. Все равно будут противники именно вот такого уровня выдвигаться против нас. Так, давай, наверное, я слепоту поставлю здесь. Придется этого просто обычными атаками бомбить. Это нам немножко будет помогать. Так помогает, что даже незаметно. Угу. А я коплю энергию, друзья.
Я коплю энергию. Так, слепота. Я не хочу, чтобы он сейчас сделал, а он сделает заморозку. И если бы я под нее попал бы, ой, было бы мне не сладко, совсем не сладко. Поэтому где-то до середины мы бомбим обычными атаками, а уже где-то вот отсюда начинаем через ослабление его тотально добивать. По-другому тут никак. Он восстанавливает еще, гаденыш, себе здоровье. Ну вот, после вот этого можно, ребята, уже делать понижение атаки ему. Точнее, понижение брони и добивать спокойненько. Давай посмотрим, что дадут нам тут. Спасибо. Приз отправлен на почту. Так, и забираю я тусклый янтарь. Дальше награды поинтереснее будут, да? Смотри, 100 рун, загадочный пак, аренский пак, и там у нас серия испытаний. Пак неплохой. Так, ну что, давай открывать. Рыба, дерево, рыба, дерево, тайфумеранг. 5 в наличии? 5 в наличии тайфумеранг. Ну-ка. Куда мне столько тайфумерангов? Вы что, ребят? Обычный, по-моему, да? Тайфумеранг. Да в плане. А что, он редкий, что ли? А, может быть, необычный? Вот он, ребят. Вознести. Вознес, а приобрести... Вознесите трех драконов. Угу. Бросьте вызов сильнейшим драконам, если осмелитесь. Ну это что можно, ребята, получить из этого? Как всегда, какое-нибудь фуфло дадут. Видишь, все необычные украшения. Самый смак, конечно, это получить пак, наверное, вот этого. Сотрясательница. Но... Шанс, ты представляешь, какой у этого? 100% легендарный. Я не знаю, ребята, у кого-нибудь есть такой дракон? Я думаю, что это легендарный дракон, ё-моё. 2500, блин, так хочется. Может быть, мы кого-то еще можем вознести? У нас есть излишки где-нибудь? У нас есть вот этот вот. Ну, его тратить я как бы не хочу. А по редке... О, друзья мои. Четыре девятьсот. Что я сделал? Зачем я это сделал? Зачем я... Баран. Просто баран, ребят. Обменял. Называется. Ну, выпало мне, ребят, я не виноват в этом. У этого матриарха, может быть, еще все-таки есть что-нибудь? Эксклюзив. Премиум. Боеволорд. Почему я не могу вот так вот сделать? Обменять именно... Разных, вот именно одного надо кого-то менять. Видишь, нифига так не прокатит. Ну, дали мне древесину, друзья, что я могу сделать?
Набор древесины дали. Набор. Так, монеты Одина. Ну, сам пак, само собой. Алая плеть. Так, ну и дерево. Так, давай-ка мы, наверное, глянем, что у нас тут. Так, возвращайся, парень. Ты полетишь у нас за железом. Этот уже отправлен. Сейчас, подожди секунду. Стоит ли его отправлять? За 7 железа всего лишь. Ну это фигня, ребят, 450 за 7 железа. Мне кажется, не стоит этого делать. Этот, эти уже отправлены все. Угу. Ладно, ребята, давайте-ка тогда мы пойдем с вами на арену. Давай сделаем вот так вот. На арену пойдем. Набьем с собой 3 пака вождя. Ой, 3 пака вождя. 3 пака вообще. Угу. Стоит. Лыбится тут мне. Начну, пожалуй, с него, потому что он пожирает у нас энергию. 60 идет за один удар, ребята. 60 от хила. Видишь, что творит? Съедает просто энергию и все. Блин, офигел, еще и понизили мне атаку. Он всем же хиляет? Всем, да? Но мало. И он 12 уровня, ребят. Пониженная броня, там пониженная... А, тут повышенная броня, там пониженная атака. Ну, ушатаем. Ушатали. Я хочу накопить себе на заморозку, ребят. На заморозку и заморозить его. На их, точнее, всех. На тебе. Нормально такого. Шмякнул сейчас. Неугомонный, да, все. Все не угомонится никак. Хилочка и добивочка. Так, друзья, следующий поединок у нас. Музыка пропала, барабаны не бьют. Но зато мы им сейчас будем втыкать здесь. У него команда почти как у меня. Ох ты. Погоди-ка. Слушай, не слишком ли круто бомбит он мне? Хотя если вот этот вот 17 уровня, ребята, бомбанет хоть разок по нему, он его уничтожит. 100% тебе говорю. Он загрызет его просто-напросто. А этот сейчас фаербол шмальнет. А сейчас будет беда, ребят. Выжили. Так, он еще и всех усилил здесь. Надо замораживать срочно. Заморозочка. Кусаем. Ой-ой-ой. Сейчас уничтожит. Ну что, Кривоклык остается у нас тут один. Я думаю, что с ним-то... Ну, правда, усиленная атака у него, но он один. И мы его все равно должны подбить. Последний удар, ему крышка. Ну что, друзья, надеюсь, это у нас последний поединок. Лаврыга мы пока трогать не будем. Для меня здесь такой основной противник, это, скорее всего, Громобой. Но и с этим нужно как-то справляться. Ладно, заморозка, если что. Блин, как он бомбит, а, ребят. Как он жестко бомбит.
Что у нас там, отхил будет? Давай хиляться, наверное, скорее всего. Вот именно из-за... Оу, щет. Вот именно по этой причине, ребята, я и не беру других драконов. Именно вот из-за этого всего. То, что они слабые. Они не могут ничего сделать. Противостоять здесь не могут. Они потому что я не хочу вам показывать других драконов. Ну ты посмотри, он сейчас уничтожит нас. Что-то вот, ну что вот я тут сделаю, блин. Накаркал. Последний поединок будет у нас. Конечно. Ну вот сейчас, сейчас этого добьет, скорее всего. О, сейчас вмажет. Ага. Ну он мало, конечно, бомбит. Но все равно, друзья мои, мне от этого не легче. Он же сейчас щиты начнет ставить. Сколько мне он... А, у нас сейчас в ничью уйдет все. Он будет сейчас, ребята, щиты ставить на себя, все что угодно, лишь бы продлить схватку. Поверь-ка. Ой. Ну сколько у нас там осталось? Если... А, его последний удар. Все, ничья. Так, ну что, попробуем переиграть. Не знаю, что у нас из этого получится. Если сейчас, ребята, мы опять проиграем, я убираю его из нашей коллекции. Потому что именно по причине этого, ребята, мы не можем здесь победить. Офигеть, опять понизили мне защиту. Нет, ну что это? Это не серьезно все. Блин, теперь хиляться надо. А сейчас у этого три энергии, он лупанет, ребята, своей смертельной атакой, он будет бомбить. Смотри, сейчас сколько нанесет урона. Урона. Он взял просто и стер его в порошок. Вот тебе и весь урон. Ну, бред. Сивой кобылы, ребят. Ну, бред это все. Нет. Барсика нужно возвращать. Это не делает. Фиг. Все, ему хана. Да. Удвоение энергии. Ну, бомбани по нему, что ли, блин, с разбега. По своему дудлику. Спасибо, я его уж тут добью. Опять сейчас побежит. Ты заметь, как у него энергия, ребята, восстанавливается. У меня такого нету радости. А у него сейчас... Не, ну тут повезло еще. Опять на ничью тянем, да? Давай разбег свой делай. Боится. Блин, опять мне не хватит немножко всего лишь. Все, я его добью, ребят, сейчас. Ему не хватит ничего мне сделать такого. А я его добью. Фух, наконец-то. Ну что, друзья, прошли мы с вами эту арену. И, как ни странно, получили три редких пака. Чтоб вот так вот все это было, это, конечно, большая действительно редкость. И вот он, пак вождя. Так, шторморез, алая плеть, водорез и щейка. Все. Но то, что три пака редких, это, конечно, ребята, круто. Ну что, вроде бы как все на сегодня. Так улетит. Еще в косынке такой. У него, кстати, на крыльях еще что-то написано, оказывается. А, нет, это просто какие-то знаки. Руны. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.